Эгэгэй, всем привет, меня зовут Людмила, мы на канале NoName, и сегодня продолжаем играть в метро 2033. Не случилось бы с моей родной станцией то же, что произошло тут. Вот все, о чем я мог думать. В этом кошмаре я нежданно встретил нового спутника. Так, че, куда? Дай мне идти, я не хочу сейчас пока стру топать. Я опять забыла, как компас включается, отвечаю. Привет. Пули. Меняем пули. Специальные антикризисные условия. Купи автомат. Мужики, да вы с ума сошли. Что, нельзя стрелять пока? Там светло. Мне не нравится. Это кто-нибудь пойдет? Мышка, блин. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Как это мило. Мать она говорит. Что тут? Пушка, пушка, хорошо. Все, больше ничего, плохо. Господи, этот еще более разбитый, чем я могла себе представить. Идем. Опускай лестницу! Кто это там? Тайсет! Драные летучие мыши! Давай, давай, шнель! Идем один за другим! Тут все обледенело, так что поаккуратнее! Так, фонарик пока зарядим. Господи, ребята, ну это хотя бы люди, блин. С людьми как-то попроще, что ли. Оборудование при себе, не пойму. Реально, с людьми просто реально попроще. Так, я, пожалуй, наверное, игру потише сделаю. Настройки, звук, громкость звука. Господи, и так оно тихо. Вот так вот, наверное, назад еще. Господи, сколько у вас тут собаки мало. А есть тут другой путь? А можно как-нибудь без них обойтись? Я очень плохо вижу. А без напарника я как без звук. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Собаки! Сдохни, собака! С какой стороны? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Так, понял. Господи, я не вижу. Опускай лестницу! Чё, какую жопу мне идти? Скажите, пожалуйста, как мне тут чудовать, когда вот тут вот реально вот... Шайсет! Слушай, ребята, вы же русские, чё, какого чёрта вы мне под немцев косите, я не пойму. Тут так прикольно. Нет, тут ни хрена не прикольно. Тут очень плохо. Вот всё оборудование при тебе, шофёр. Если мне придётся возвращаться за ним... Всё, не дайте ему сбежать! Давайте, по очереди, сосунки. По очереди. Чё, реально грохнуло? Прикиньте, какой я снайпер! Сдалека просто! Присунула ему за щеку. Того, чего у меня не может быть. Шатканула. Я умею шутить.
Хорошо, ребята, тут кто-то есть еще? Там просто вон там где-то вот стоит. Ой, как мне неохота выглядеть. Слушайте, моему герою холодно, он замерзнет быстрее, чем он пробьется через вот эти... Уху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 х
Отлично. Руки за голову. Где ты, собака, сидишь? Где ты, псина сутулая, находишься? Блин, пока я реально выцеплю, блин, хотя бы... Т. Точно. Да, он разряженный у меня. А, это при прошлом видео надо было бы хотя бы прокрасывать, что ли. Реально, я их нигде не вижу. Сучки, вы где? Кто откуда? Где ты? Покажись. Ух, сбоку бьют, сбоку бьют! Ай, птичка, ай, птичка, господи! А-та-та, ух, я еще и так хреново тут вижу. Да, сними. Ноль? Ноль. Не можешь, от безысходности, мать вашу, от безысходности. Как уж собаки тут без противогаза ходят. Все, мне пизда. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистка. Ой, я сняла. Ребята, отдыхайте, я ж смогла вас. Да нет, тупые, хорошо. Я немножко заочковала. Ребята, есть что-то еще? Какой-то богатый. Что там было? Сколько оружия, сколько оружия. Прям ванбаф, я вам отвечаю. Давайте еще, еще, еще. Требую еще. Аптечки, отлично. Собаки. Вы прям нарядились, прям как вот знали, что боженька вас идет встречать. Все, больше ничего нету. Надо наверх плыть. Сказать, и тут что-то. Фу-фу-фу-фу-фу. Где эта собака, которая по мне стреляет? Покажите мне ее. Ай-я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 й. Где эта сука? Да ладно. Фига я монстр. Я научилась делать хедшоты. Е-мой. Слушай, а тебя нету этих вот? Ой. Как умудрилась упасть-то? Ай, дорогой. Как ты ж пыхтишь, ты стала страшно. Мне ж тебя жалко. Давай, дорогой, да. Нет, не сюда. Сюда, дорогой. Давай, тут вроде бы всех убивали. Капец, их вроде бы так мало, блин. Капец, стреляли, как будто тут, наверное, толпа просто была их. Отвечаю вам. Ребят. С
слышите этот голос? Где? А, вон наверху. Должен. Где ты? Как добраться-то до вас-то, ребят? Тихо. Тихо. Уху-ху-ху-ху! Давай, есть, я прыгнула. Ай-я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 й. Почему я не прыгаю? Почему я не прыгаю? Ай! Ой-ой-ай! Уф-уф-уф-уф-уф! Монстры есть? Нет, не помирай. Блядь. Так, чувак, у тебя должна быть маска. Просто зуб даю, где-то должна быть. Противогаз, противогаз, собаки. Куда ты девай, одевай, дорогой. Вот он ты, дорогой, да? Чего ты не умер? Ты должен был умереть. Уф-уф-уф-уф-уф-уф-уф-уф-уф. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, уйдите, нечисти! А! Не должны вы целиться? Не должны. Есть. Хорошие ребята. Фу-ф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 у. Зарядка. Где? Кто еще? Так, обрыскиваем. Потому что мало ли тут что-то есть. Нету. О-хо. Привет! Кто? Слушайте. Где вы? Где вы ходите? Есть. Дробовиком! На меня! Так нельзя. Отвечаю. Так не... нельзя. Так, тут есть еще эти? Тут какая-то дичь еще лежала. Воу-воу-воу-воу, подруга. Демон. Ты меня не видел, я тебя не чую. Давай договоримся. Ты же не хочешь моей смерти. Чё, допрыгнем? Допрыгнули. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Так, подруга, ты меня не видишь. Блять, ловушки. Сука. Хо-хо-хо, твою мать! Хрень летающая, уйди. Ай. Не допрыгнул. Ну. Я ж боюсь. Тем более у меня пробел тупой. Очень, блядь, тупой.
твою! Давай ты не будешь лететь за мной. Ох-ох-ох, собака. Приди за мной. Я тебе покажу, где Кузькина мать живет. Собака, ты меня не видишь. Ты меня не чуешь. Меня для тебя нет. Сина, ты сутулая. Блин, этот фильтр был. Опача. Патроны. И этот монстр. Уходим, брать. Уходим. Нам, походу, вот сюда. Какого хрена, не пойму. Почему именно вот сюда? Ты меня не видишь. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! Пошел отсюда! Он приземлился рядом. Отвечаю, сейчас он закрутится вот это вот именик. Полис, Полис, говорят, дети подземелья. Диджей. Если вы слышите это сообщение, наша станция пала и захвачена мутантами. Тот, кто отправляет этот сигнал, последний выживший. Все, кто прикрывал эвакуирующихся гражданских, погибли. Вы должны обрушить туннели. Гермозатвор не задержит их надолго. Это был командир Максим Комаров. Конец сеанса. Связи. И чё мне куда делать? Ребята, вас много. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Ху-х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 у! Сразу вспомнили дорогу. Прямо? Где эта хрень спустилась? Жив-жив-жив-жив. Сюда. Назад? В смысле? А, сюда. Прикольно. Идем тихо, молча. Никого мы не этоваем. Что у нас тут? А тут у нас вообще ничего так-то. Сюда еще только пасть. Что же за дебил такой? Кажется, за моей душой иду, да? Готовься! За моей душонкой. Что за ерунда? Это еще там кто? Вражеский шпион! Не дайте ему... Хо-х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 о, ребята. Тише будьте, целее будете. Хо-хо-хо-хо.
ты не туда пришел, друг мой. Ауч. Тот, что меня грозится по стенке размазать. А ну-ка. Фу-фу-фу-фу. Я стрелять научилась в шутерах. Ребята, понимаете? Так, не все. Минус один. Ребят, скажите, пожалуйста, у вас аптечки с собой? Чтоб я как-то немножко расслабила. Алан грохнула. Тишина. Значит, если тишина, значит грохнула. Вот это хрень! Опа, ча! Опа, чирик! Прикрывайте тылы, воины! Есть минус. Есть еще один минус. Перезарядимся. Откуда? Вижу. Ты че по мамке стреляешь? Там уже все готовы, что ли? Ох-хо-хо! Ох-хо-хо! Ублюдок, я ублюдок. Ребят, вы ошиблись. Я не ублюдок, я человек, спасающий свою шкуру. Ох-хо-хо, откуда? О, ёпона мама, летающая какашка. Черная станция. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Интересненько. Не, не пропускаем сцену. Опа, чё? Как красиво. Я так не смогла. Пусто. Слушай, может это тени мертвых? Такое бывает. А что так долго? И где Павел? Неужели он? Да. Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Что это? Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Ну, если верните мой автомат. Там больше патронов. Так, фонарик. Если на улице было светло, то тут будет темно. И как-то вообще не камильфо. Стреляли. Минус. Минус. Да ладно, хедшоты. Фига я монстр, вы видели? Блядь, что это? Стекла. Так, тихонечко. А-ау. Блядство. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо. Я думала, что она опять наступила. Граната! Хо-хо-хо-хо-хо. Мимо, друзья, мимо. Не с места!
У нас раненые! Нашего одного вальнули! И не только одного. По стенке размажу! Давайте, ребята, поможем. Собака не вовремя. Сдохни, ублюдок! Так, не... О-хо-хо-хо-хо! Откуда демоны? Супостатые! Начнем сюда. Вот ты где! Так, кто-то там есть. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Она нас поранила! Сейчас будут еще и потери. Что смотришь? У нас раненые! Господи, иди мне... Палю как бешеный. Черт! Они нас гасят! Я знаю. Ох-ох-ох-ох-ох. Вроде бы никто больше не бежит. Так, что у тебя есть тут? Ничего нет, да? Так, мы верно были? Верным. Верным, но очень хреновым. А, это мы-то ходим. Никого не слышишь. Ох-ох-ох. Никого не слышишь. Воу-воу-воу. Что это такое? Вообще, что я собираю? Не пойму, блин. Оно вообще надо будет. Патрончики, немножечко интересный. Но он нас не берется. Так, стоит еще патроны. Нет. Скажите, что это мутанты. Нет, давайте вы не скажете, что это мутанты. Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Нет. В смысле, хедшот не вынес? Этот его вынес. У нас раненые! Не торчи здесь, давай вперед! У нас раненые! Походу прибило, он аж это... Не встал. Фу, не сел. Живи! Вот ты где! Вот я где! По стенке размажу! Так, как все... Все? Больше никто выкабениваться не хочешь на меня по стенке? Я батя. Поняли? Лежать! Лежать, нет, не батя. Интересно, я сниму я это. Вот кто скажет, что я тюлень, а? Я тюлень, в противогазе хожу. А вдруг он разобьется? Что за тупица? Куда я делаю спиточку? Большой-большой секрет. Можно мне опять людей увидеть? Отвечаю, вот люди это просто самые любимые мои монстры. Давайте, скажите, что мне тут люди. Тут реально просто люди. Тут нет монстров. Я не жалуюсь, просто... Артём, братишка, ты это сделал! Залезай сюда и передохни. Ненавижу. Скоро мы будем в полисе. Ой,
Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Страх. Мы слабы. Мы умрем. Ужас. Это конец. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо своих, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Воу-воу-воу-воу! Беги, Артём, что беги! Он делает? Мы желаем помочь. Что это было? Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Мы фашистен, приехать захватить ваш станция. Ульма, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Как уютненько у них тут, даже какая вот пушка имеется, шикарная. О, аж городок какой. Прямо, ну, конечно, у меня, блин, что-то ППС лаги будет. 13 ППС, 14, почему такая боль? Блин, да, ну это 20, это 24. Просто один, давайте падаем. Ребят, давайте снимем меня оперативно. Я больше уверена, что это из-за нее. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульма, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Здорово. Идиот. Товарищ полковник, докладываю. Вольно. Артём? Я Мельник. Рассказывай. Пока. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседания. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Как у вас тут красиво, слушайте.
такое это, как будто сейчас меня на расстрел ведут. Там пробовали сколько вообще? 4 часа жизни какая. Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Д-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место, но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку, я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Что, кажется, тебе газ надо делать. Итак, ребят, всем привет. О, господи, не то. Итак, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Вот увидимся в следующей серии. Всем пока.